Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черный и смогло проникнуть в мое сознание, доставая и вытряхивая из меня самое сокровенное. Но это был только детеныш. И я уверен, он меня узнал. Узнал и испугался. И смог на какое-то время вывести меня из строя. Этого хватило, чтобы оказаться в плену. Господин штурмбанфюрер, свежее поступление. Двое красных и боец ордена были захвачены возле ботанического сада. Около рейнджера был обнаружен нарк размером с ребенка. Он также был доставлен в рейк. Ладно, потом разберусь. Что по этому? Подозрение в генетическом уродстве. У меня в норме все. Две руки, две ноги, пальцев сколько положено. Я нормальный, нормальный. И вообще, я гражданин Ганзы. Молчит! Это ты на Ганзе, гражданин. А тут подозреваемый в мутации. И это мы сейчас проверим. Если твой череп правильных пропорций, ты свободен. Если нет, ты недочеловек, урод. Это произвол. Да стой ты спокойно. Что там у тебя? Так, 318 миллиметров на 302. Смотрим в табличке. Ну вот, поздравляю. Ты мутант. Нет, нет, пожалуйста. В мусоропровод. Вопрос простой. Какое задание выполняли в ботаническом саду? У разведки своей спроси. Фашист недоделанный. Считаю до трех. Один. Слава красной линии! Два. Да здравствует, товарищ Москвин! Три! Не надо! Я расскажу! Но не при посторонних. Меня убьют, если узнают. Этого во второй блок. Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена. Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Что все это значит? Говори, или получишь пулю! Бери офицера! Ах ты! Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из Ордена, со Спарты, а я с Красной линии. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно, дистанционный замок. Я одно знаю, в одиночку отсюда не выбраться, а вместе шанс есть. Так, а что они там говорили про мусоропровод? Ладно, выбираемся из этого концлагеря, там посмотрим. Пойдем. О, знакомые трубы. Это у них типовое решение для таких заведений. Если бунт или еще что, вся тюрьма становится большой газовой камерой. Лифт уедет, дальше двинем. Двинули. Ё-моё! Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь, но такие вот масштабы... Да. Вон там, лаз на той стороне. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Так, 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 так. Двинули. Ты, главное, на свет не показывайся. Темнота, друг диверсанта. Так, кажись, проскочили. Ну-ка, ну-ка, решетка. Хрена с два, видно, мало каши ел. Да, тут не пройти. Ладно, куда дальше-то? А что если... Братишка, а ну-ка подсади. На меня не попало.
давай наверх. Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. У тебя вон вместо теперь рук клет. Тихонечко двигаю вперед. Ты с такими клещами напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Нет, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают... За мной! Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен с фюрером. Делаем так. Фюрер, ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Ферштейн, давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. А что же делать? Пожалуйста, пожалуйста, я электрик. Слышал? А? Ох, молодец, даже не вякнул, гад. Нет, ну я не понял, это слушай, что было? Эй, слышишь меня? Там рычаг, он лестницу опускает. Перебей их столько, сколько сможешь. Ничего. Нам всем все равно конец. Только подохнем все из-за тебя. Открой клетки, а? Там в караулке пульт наверху. Ну что тебе стоит? Выкрути лампочку! Хватит смеяться. Слышал? Что? Ничего, показалось. Зато уродина, что ты наши гены поганишь. На! Не надо! Не надо! Не надо! На себя посмотри. Этот электрик там не больше доиграется, что все... Пожрать! Дайте хоть чего. Пожрать. Кормить тебя еще. Что? Слышь, парень, открой замки. Да, молодой человек. Вижу, что вы сюда не на прогулку. Постарайтесь все же потише. Мне за вашу неудачу расплачиваться неохота. Открой клетки. Че задумался? Начал хорошо. Давай теперь дальше, в том же духе. Что значит ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершанфюрер приказал в расход. Это же трибунал за сочувствие уродам. Не знаю я. Я смотрю на него. Вместо этой черной обезьяны сморщенной вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... А тут еще этот торговец с Ганзы. Продай, говорит зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму. Есть герой шарфюра. Ну ты даешь, парень, как ты его? Тише, тише. Услышь ты все, глотай газ. Добрался? Герой. Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене. Это вызов. Жми. Прячемся! Дай момент. Вот, так лучше. Ты кто такой? Проходил, уже уходит. Выпустите. Давай, в шлюз, живо. Выпустите нас. Там наверху пульт. Можно открыть все. Внутренний блок прошли. Теперь самое веселье будет. На вот, держи. Часы у тебя что надо. Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно. Значит так, дальше наверняка будет охрана. Но
своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы. Но ничего, прорвемся. Ну, поскакай. Ты иди низом, а я сверху. Кто идет? Готов! Красный атакую! Да, по-тихому не получилось! Убить! Ну, суки! Тревога красная! Держитесь! Урод! Тут! С отклонениями большинства, мутанты. Бедняги, у кого ноги, руки, у кого что? Последовательно. И не уничтожаем. Ну, поскакали.